Франции существует традиция устраивать прием для русской делегации, прибывающей на парижский авиасалон в Лебоже. Среди многочисленных гостей – летчики-испытатели Вячеслав Аверьянов и Владимир Шендрик. Они благодарят человека, которому обязаны спасением жизни. В субботу, 12 июня, за день до открытия 43-го парижского авиационно-космического салона, в зоне показательных полетов аэропорта Лебурже происходит авария. В 15:28 при выполнении комплекса фигур высшего пилотажа многоцелевой истребитель Су-30 МКИ задевает хвостовой частью землю. Возникает пожар, но самолет продолжает управляемый полет. На высоте около 50 метров катапультируется штурман Владимир Шендрик. На высоте около 60 метров командир экипажа Вячеслав Аверьянов. Ожидания от этого удара не было. Видимо, все-таки была надежда, что мы не коснемся. А после касания было видно, что самолет слегка опустил нос. Но поскольку рули все были стояли на кабрире, он потом слегка коснулся, мягкое такое касание на ощущение, и пошел вверх. Жизнь летчикам спасли катапультные кресла К-36. Аверьянов и Шендрик благополучно спускаются на парашютах, не получив ни царапины. Именно за это они и благодарили главного конструктора систем спасения Гая Ильича Северина на приеме в посольстве на следующий день после аварии. Его разработки спасали жизнь десяткам и сотням летчиков в самых безвыходных ситуациях.